Всем привет! С вами канал Лайф Таро Надежда. И мы сегодня с вами посмотрим планы вашего партнера насчет вас. Посмотрим, что он задумал насчет вас. Конечно, посмотрим, что в голове и его видение, его соображения относительно своих собственных действий. Поэтому начинаем с описания ситуации, с сигнификации, что сейчас происходит между вами. Что-то мужчина здесь у нас в состоянии раздумья, тяжелые мысли. Мужчина здесь переживает. И переживает, кстати, по поводу темы, которая называется «Что же я натворил?». Для него сейчас особо важным является его собственная роль. Он понимает, что где-то что-то он сделал не так. Он реально понимает, что нужно было совсем по-другому проявлять себя совсем по-другому действовать. Знаете, здесь мужчина разочарован сам в себе. Сделал такой промах, о котором сейчас очень сильно жалеет и очень сильно расстраивается. Такое, знаете, вот разочарование, что можно, даже не можно было, надо было действовать совсем иначе. А что же он не так сделал? Давайте посмотрим перестал показывать чувства, перестал показывать заинтересованность, был отдаленный, вас отстраненный, показывал недовольство, пытался диктовать свои правила, условия, где-то ныл, где-то жаловался. В общем, вел себя так, что он оттолкнул вас и сейчас он четко осознает что зря он это делал как минимум здесь нужно было помягче как минимум здесь нужно было показывать свои чувства, нужно было показывать все таки важность ваших отношений он видимо решил воспользоваться тактикой по пушкину наверное чем женщину чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, а это не сработало. Может быть, это тактика, которую он впервые использовал, а может быть, это тактика, которая всегда работала, а тут раз и что-то пошло не так. И я даже думаю, что и по отношению к вам в какой-то момент были ситуации что он надулся где то обиделся где то там расстроился показал что ему не нравится и вы себя меняли действовали к нему по другому там более мягче становились добрее а тут раз и такой вот промах такой провал не рассчитал здесь мужчина что происходит в отношениях, это то, что мужчина всеми своими поступками оттолкнул женщину от себя. И это сейчас является самым главным моментом, который, который вы сама для себя чувствуете. Не вы отвернулись сама, там, не потому, что что-то а, нашли более достойное, интересное, и мужчина стал вам ненужный, неважный а это все его поступки. Раз от раза или шаг за шагом он отталкивал вас и отталкивал. То есть здесь больше даже хочется сказать, здесь женщина разочарована, а он сейчас осознает, что это он сам спровоцировал. А обвиняет ли он вас? Давайте посмотрим. Обвиняет ли он вас? А я не скажу, что он вас обвиняет, потому что э, королева пентаклей, она зачастую всегда права. Э, это в характере этих людей, которые очень дотошные, которые, если им что-то важно, они упертые, они будут держаться э, за то, что им нужно и важно до последнего, до тех пор, пока это возможно оставить при себе. И он видел, что вы максимально дорожили отношениями, что это был ваш выбор, ваше решение быть с этим мужчиной. И здесь больше констатация факта, не обвинения, нет, констатация факта, что вы сейчас четко теперь взялись или вцепились, если будет такое слово применимо, в свою собственную жизнь, в свои собственные интересы, и просто вы сейчас находитесь с ним на разных полюсах. Да, вы могли здесь уехать, переехать, заблокировать, сменить номер телефона, закрыли доступ во все соцсети или в целом здесь все. Ушли в закаты, и больше он никак не может с вами связаться. Ни через каких-то общих знакомых, ни через посредников, ни через какие-то каналы, которые раньше работали. То есть для него сейчас между им и вами огромная-огромная пропасть. И опять же, эту пропасть он здесь спровоцировал сам. Давайте спросим, откуда тогда такая осознанность у него? Ясная, четкая, конкретная. То есть здесь нету попытки Обвинить вас здесь нету попытки оправдать себя. Здесь сухо по фактам. Давайте посмотрим, с чего вдруг такая осознанность. В этом, кстати, и урок его заключался. Я не знаю, какими это именно способами, методами или ситуациями было показано мужчине, но именно в ваших отношениях, и вот тот вывод, который у него есть сейчас, он просто иной вывод сделать и не мог. Потому что здесь идет вмешательство высших сил. Но по 20 аркану это и уроки, это и прозрение, это и изменение, когда ты становишься совсем другим. Вот здесь верховная жрица, которая говорит, в принципе, здесь неведомыми образами, тайными или даже, если сказать, банально, здесь абсолютно не важно, каким образом он пришел именно к этому четкому конкретному осознанию, важен сам результат. Сам факт того, что он это понял. И он не пытается здесь юлить, он не пытается здесь слиться с ответственности. Наоборот, здесь у человека стресс, и у него возникает желание придумать что-то, чтобы исправить ситуацию. Даже если ее кардинально исправить не получится, то хотя бы немножечко реабилитироваться в ваших глазах. А еще, если мы смотрим, что у него эмоционально происходит, а вот то, что он вам не додавал эмоционально, чувство, это очень ему сейчас хочется вам дать. Потому что нехватка вас, и видя, что я сам оттолкнул человека, который меня любил, или я сам оттолкнул женщину, которые у меня оказывается есть все-таки чувство вот это вот покоя ему здесь конечно не дает такое ну знаете здесь переживательный мужчина расстроенный человек ну хорошо давайте посмотрим что он задумал насчет вас потому что такие размышления они всегда заставляют тебя принимать решение по-другому здесь и не будет происходить, особенно когда э, чувствуется своя собственная ответственность, когда ты понимаешь, что было все сделано не так и вот как будто бы знаете как шанс все исправить. Я хочу сказать здесь пока он это не сделает то что мы сейчас посмотрим вот то, что он задумал, он не успокоится. Опять же, здесь, знаете, у мужчины урок за уроком, осознание за осознанием, перемены в нем внутри, вот просто по пунктам, да, вот раз, два, три. Ну, вот такая, знаете, вот будет череда мыслей, инсайтов каких-то, просветлений, Пока здесь он не сделает то, что должен. Здесь, да, с одной стороны, действовать будет мужчина, но это уроки судьбы, это уроки высших сил. Вы для него та женщина которая помогает ему улучшать себя, трансформироваться и изменяться. Вы тот человек, который помогает ему проходить уроки. Именно поэтому он прекрасно понимает, что надо исправить, что был неправ, не доделал, не додал, ограничил. И, и вот он результат. Сам дьявол здесь. Причем ему ситуацию здесь улучшать и облегчать не будут, что самое интересное. Здесь задача у человека или урок в самых сложных ситуациях, когда у тебя нету всех возможностей, нету ресурсов и нету инструментов, но ты все равно это обязан, ты это должен сделать. Вот не знаешь, где она находится, а ты ее должен найти. У тебя нету ее телефона. Выкрутись и найди ее актуальный номер. А не можешь выйти конкретно на нее сразу. Найдешь человека, который тебе поможет. Никто с тобой не общается, придумывая новые какие-то меры. Здесь его будут крутить но при этом помогать не будут. Да, конечно, мы должны помнить, когда человек, любой человек, проходит свой урок, свой кармический урок, ему не помогают, но и не мешают. То есть каких-то дополнительных преград и заграждений ему не устраивают. Здесь у человека объективно ситуация сложная но его заставляют эмоционально подталкивают посредством мыслей, сны, которые ему снятся, ситуация вокруг него. Кстати, давайте в следующем видео посмотрим, что происходит в его жизни, что еще складывается вокруг него, что добавляет ему понимание действовать по отношению к вам. В любом случае что-то здесь и есть когда былая зона комфорта не заставляет его сидеть ровно на пятой точке, а тоже создает все обстоятельства для того, чтобы здесь человек как-то начал шевелиться и начал действовать. По жезлов здесь в любом случае здесь либо позвонит, либо напишет, либо через кого-то передаст сообщение, причем здесь для кого-то, Случится это очень быстро, со дня на день. И это будет у тех, у кого открытые каналы связи. Вы не блокировали человека, вы не меняли номер телефона, вы не меняли адреса, я не знаю, там фамилию, имя. То есть человек знает, по каким контактам с вами связаться. Вот это будет прямо здесь быстро. Конечно, здесь, если вы точно чувствуете, что это история ваша, она вот просто как никогда резонирует. То есть здесь не просто описание, а даже внутри есть чувство, что это мое. Это ни с чем не спутаешь. И те, кто находил именно свои расклады по описанию, по сигнификации – вы этого никогда не забудете и не спутаете, когда вот просто все а, говорит о том, что да, это мое и плюс еще там может быть мурашки где-то, может быть а, там другое какое-то состояние, да, вдруг нервное какое-то возбуждение происходит. Вот здесь вот прям будет быстро, если это ваш расклад. Потому что его выталкивают, и он понимает важность этого. То есть, как я уже сказала, либо смс, либо звонок, либо личное появление. Стараться будет здесь минимизировать свои шаги. Ну, здесь опять же, да, там на разведку узнать там, или заложить какую-то базу для того, чтобы встретиться. Может быть, здесь воспользоваться, тут ближайший повод, день рождения, еще какая-то важная дата. Это прям ему вообще здесь помогает. Поможет. Вот поэтому я говорю, что здесь большая часть это будет смс ну сообщение а, там, на телефон на мессенджеры там соцсети а, либо это звонок что-то дистанционное но опять же для кого-то будет и личная встреча общение тем более если вы находитесь недалеко друг от друга если мои хорошие вы сделали все чтобы от этого мужчины абстрагироваться Закрыли все входы и выходы. Ему потребуется здесь, конечно, гораздо больше времени, потому что ему еще нужно будет найти возможность как-то с вами связаться и проявиться. Но здесь, пока он это не доведет до конца, он не успокоится. А точнее, ну если быть честными и откровенными, его просто не отпустят. И внутренне его не отпустит. Вот это вот страдальческое состояние, вот это вот паника, нервозность, руки чешутся, что-то сделать, как-то попытаться разрешить ситуацию. Так что у кого-то здесь прямо на низком старте, это если открытые контакты, и мужчина может выйти сразу с вами на диалог, кому-то здесь, да, потребуется время, но в любом случае сигнификация, она решает все. На сегодня все. Мы с вами обязательно встретимся в новых видео. Спасибо большое, что вы со мной, за всю поддержку, за всю, всю доброту, которую вы мне даете. Я желаю вам взаимно. Я желаю многократно взаимно. И встретимся в новых видео. Пока-пока.